Полицейские нашли мужчину, который убил собаку на глазах у детей. На допросе задержанный заявил, что хотел отвезти животное к ветеринару. Напомним, инцидент случился несколько дней назад. По словам местных, издевательства над собакой произошли на глазах очевидцев. По некоторым данным, мужчина задушил животное из-за того, что оно нападало на детей. Только остальные жильцы уверяют, что пес был дружелюбным. Ну вы даете вообще... Служители закона установили хозяина пса. Он сообщил, что потерял животное в конце июля. Позже полиция нашла и предполагаемого убийцу пса. Мужчина заявил, что после того, как его двухлетнюю дочь укусила собака, он собирался отвезти животное к ветеринару и проверить его на бешенство. И даже предъявил справку из больницы. Уголовное дело на мужчину о жестоком обращении с животным пока не возбуждено.